Четыре дня Карачаево-Черкесия прожила в атмосфере оперного и эстрадно-джазового пения. Свыше 30 педагогов и их учеников стали участниками масштабного мастер-класса. По инициативе Министерства культуры республики были приглашены московские специалисты, которые делились своим опытом. Завершились занятия большим совместным концертом. На празднике оперы побывала Шерифат Лепшокова. Зал слушал хрустальный голос Кристины Пономаревой, затаив дыхание. «Цель музыки – трогать сердца», – говорил Бах. Музыка, впервые звучавшая в стенах этого зала, безусловно, тронула каждое сердце. В первых рядах сидели главные участники – юные артисты. Для них это первый оперный концерт и, конечно, непередаваемые эмоции. Три дня ребята учились певческому мастерству у педагогов из Москвы. Один из специалистов – Кирилл Панфилов, выпускник Московской консерватории. За его плечами стажировка в Италии у ведущих оперных певцов мира. Обладатель бархатного баритона, на концерте он исполнил отрывок из оперы Верди «Травиата». Вы знаете, впечатление крайне положительное, потому что то, с чем нас приглашали, что, значит, нужна вот очень большая помощь, что, вот, значит, очень много работы. На память не скажу, какие это музыкальные школы, но они все ваши. И это, конечно, уровень высочайший, абсолютно высочайший уровень, в первую очередь, педагогического состава, потому что все-таки это работа педагогов и самих детей. Концерт предваряла огромная работа. Его участники проводили репетиции с мастерами оперного искусства, в очередной раз шлифуя свой репертуар. Занятия велись практически нон-стоп, по 10-12 часов. Мы здесь всего три дня, и хотелось ребятам дать максимально всего того, что мы знаем, можем, и то, что не заметил один педагог, второй может подметить. И это очень интересный, живой формат общения. Тем более у нас в зале присутствуют ваши педагоги, мы постоянно вместе с ними взаимодействуем, чтобы найти ключик к каждому, потому что каждый ребеночек – это отдельная вселенная. На сцене выступили как совсем юные артисты, так и взрослые. Никого не оставил равнодушным голос студентки колледжа искусств Валерии Петиной. Оперы состоялся. Гостям были вручены почетные грамоты Министерства культуры Республики. Была отмечена работа наших артистов, а также всех, кто готовил это грандиозное мероприятие. Юные участники концерта получили незабываемый опыт, а зрители – наслаждение высоким искусством и надежду, что культурная жизнь в Республике получит новый импульс. Сегодняшний концерт – это итог трехдневного мастер-класса, который мы в нашей республике в таком формате проводили впервые. И мы в Министерстве культуры, в нашей команде культуры республики понимаем, что начинать изменения, которые нашей республике однозначно нужны, нужно с команды, с людей, со специалистов. Поэтому мы очень большое внимание будем уделять таким мастер-классам по всем направлениям культуры в нашей республике. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.